пригласил для того, чтобы там, ну, довести до средств массовой информации, для жителей нашего города, что закончился этап вчера приема документов на замещение или на пост главы города. Поступило три заявления. Это Тарабаев Владимир Владимирович, Ситенков Игорь Петрович и Корзик Олег Викторович. Поэтому на 15 июня назначается комиссия, которая будет рассматривать эти заявления. В комиссию, как вы уже знаете, входят 6 человек. 3 представителя выбрал от городского совета, 3 человека. И 3 человека по решению губернатора Красноярского края, тоже будет 3 человека. От городского совета это у нас Вавилова Ирина, Владимировна, да? Киселева Мария Сергеевна и Безруких Олег Иванович. От правительства для губернатора Красноярского края у нас Богданов Владимир Данилович, это руководитель управления территориальной политики губернатора Красноярского края. Это Сидельникова Светлана Анатольевна, замминистра экономики. И Чернов Василий Викторович, это замминистра промышленности и энергетики. Если вы помните, на прошлом заседании комиссии были те же члены комиссии, как губернатора Красноярского края.